Всем привет! Сегодня мы приготовим куриные рулетики в беконе. Куриную грудку порезать на кусочки и отбить. Посолить с двух сторон и поперчить. Для начинки берем тертый сыр моцарелла, добавляем чеснок, зелень по вашему вкусу. Перемешиваем. Берем филе, ложим начинку, и сворачиваем. Каждый рулетик обматываем беконом. Форму поливаем растительным маслом. Выкладываем рулетики. Ставим в духовку на 180 градусов. Куриные рулетики готовы. В духовке были 30 минут. Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр! Заходите, подписывайтесь. Пока-пока!